Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем играть в Dying Light. Сегодня, наверное, побегаем по сюжетке. Ну, единственное, сейчас мы вот, раз мы вот тут рядом находимся, то мы посмотрим, что у нас вот здесь. То есть мы тут уже рядом находимся, поэтому посмотрим, что здесь. Брата Османа постараемся спасти. Найдите на рынке брата Османа. Взлом трудно. Это пожарная сигнализация. Что здесь есть? Так, а мне вот надо, интересно, лук, ключ или вот эту вот. Мне просто это вот. Тут зомбаки или люди Раиса находятся? Здесь что есть? Ни хера, да? Ни хера и ни хера. И еще раз ни хера. Ладно, давайте сломаем. Потому что почти с первой попытки удалось. Так, и что здесь? Здесь тоже. А лупа, ну, нам надо вот туда, да, залезти. А у тебя же кошка есть теперь. А зачем ты бинт использовал? Так, подожди, фонарь на Т, да? Фонарь на Т. Здесь закрыто. Здесь вроде тоже. Куда нам? Ох ты. Зомбачело ходит этот пузатый. Пузатый — это херово. Пузатый — это очень херово. Сейчас туда свалишься, а то и... О, блядь, а так не видно ни хера. Так, и чё здесь? Где у нас спуск? Чё-то там... Кто-то хавает кого-то, блядь. Так, вопрос. Нате нахуй. Чё, блядь? Дверь закрой. Чё ты дверь не закрываешь? Так, без паники. Где у нас тут это? А, вон она. Все, нахер выключили. Отлично. Не, ну нормально, в принципе, разобрались. Разобрались нормально. Че я весь в это? Ни хера не вижу нормально. Мне что, шары залило водой. Пошли, обыщем там. Че, я их зря мочил, что ли? Что здесь вообще на складе есть-то? Это ж склад. Здесь должно что-то быть. Но похоже, что ни хера тут нету. Чтоб обмазаться. Маскировку. Ну-ка, давай мы маскировку сделаем. Фу, блядь. Кошмар. Говном каким-то измазался, зомбячим. Что-то давай обыщем. Это уже все. И только маскировку можно с одного сделать.
Если ты уже маскировку сделал, со второго тебе маскировку, ну, второй раз с него же маскировку не дает уже сделать. Так, здесь куда-то тых-тых подъемы. То есть это, наверное, для тех, кто... Ты кто такой? Твой брат заплатил мне, чтобы я тебя нашел. Ну, свои деньги ты точно отработал. Правда, Осман в беде, люди Раиса знают, где он. Слушай, ты не мог бы передать ему кое-что? Скажи Осману, чтобы выбирался оттуда. Встретимся у тайника в красной стене. Он поймет. Хорошо, передам. Теперь нам обоим лучше убраться отсюда. Покиньте рынок. Ну все. Под пытками Назим рассказал людям Раиса, где прячется его брат Осман. Теперь Назим попросил меня предупредить Османа, чтобы он набирался оттуда, пока его не схватили головорезы Раиса. Раиса или Раиса, хер его знает вообще. Давай вот так, Мэйс. Давай вот так. Вот и все. Теперь мы сделаем вот так. И все. Вы думали, я с вами в это... В шутки шучу, что ли? Инвентарь заполнен. Слушай, смотри, сколько полегло-то там сразу, да? Ну, давай. Супер скорость, ты где? Че ты тут? Че ты там прячешься? Ты хочешь, чтобы я к тебе спустился, что ли? А? Супер скорость. Да вот хер тебе. Так, ладно. Что у нас тут наверху? Есть что-нибудь интересное? Еще кто-то сгорел? Нету. Наверху нету ни хрена интересного. Так, теперь надо вернуться к Осману. Сколько до Османа? 220 метров. Поверху? Побежали. Угу. Да, нормально. Здесь, походу, и пройдем. Так, а что, вечереет, да, уже, что ли? Вечереет. Ёптыть. Ё-моё. Мне сейчас надо убежище будет искать. Я сейчас до этого добегу Османа и все. Османа, Сулеймана. А, так это люди Раиса там, да? Да блять. А, у меня аж инвентарь заполнен. Я аж инвентарь хотел это. Малость. Малость почистить хотел инвентарь. А,
Чё тут у меня? Военная винтовка, военная винтовка. Охотничий нож. Сабля сипаки. Охотничий нож. Чё у тебя столько военных винтовок-то? Их же надо куда-то уже. О, все, ночь настала. Все, так, а где здесь? Наступает ночь. Ночью очки выживаемости удваиваются. А вы думаете, мне от этого легче, что они ночью удваиваются? Чё ты светишь мне в лицо, ёптать? Вы охренели, мне в лицо светите, уроды. Так, чё, фонарь погас. Кончился заряд, да? Поговорить с османом. Не, я пока я сперва стрелы соберу. Осман-то никуда не денется, а вот стрелы еще пригодятся. Так, чё, Осман? Еще минута, и мне бы конец. Я уже думал, ты меня заложил. Раиса поймал... Люди Раиса поймали твоего брата. Он заговорил до того, как я пришел. Зи мертв? Нет. У вас обоих теперь не достает пальцев. Он сказал, что ты ждал его у красной... У тайника в красной стене. Сказал, ты знаешь, что это значит. Это значит, что ты меня не предал. Я вижу, ты парень честный. Человек Брэкена. Не хочешь присоединиться к нам с братом? Нет, просто заплати мне. Понял. Отвял. Я обещал тебе добро, отвечаю. Эти ключи откроют три тайника в разных частях трущоб. Сможешь до них добраться, вещи твои. Удачи, человек Брэкена. 5000 монет. 5000 монет. Ой, монет, 5000 этого опыта. Так, рюкзак. А тут интересно, еще рюкзак можно как-то расширить или все теперь? Я... Так это что? Секач? Не нужен мне этот секач. Так, а тут что? В подвал. О, слушай, тут прямо... Тут и тут-то добра это. Хватает составная бита, ну это... Это говно какое-то. Так, а здесь все пустота, да? Ну ладно. Стоило попробовать. Подожди, давай я возьму, разломаю. Чё мне? Что мне? Ломать-то при... Ломать не строить, строить не ломать. Так, давай. Давай, так, простой клевец. Разобрать. Составная бита разобрать, секач разобрать. Чё военную винтовку-то вот нельзя собрать, разобрать? Охотничий нож. И усё, да? Так, железный клевец. У него 181, охотничий нож 168. Ну, да. Ну, он без улучшений, по-моему, без всего, да? А мне тебе особо-то это... А, подожди, вот награда же это у этого ещё есть. Ну-ка. 1000 баксов дает еще. Отлично. Только вот я правда сюда. Только вот я правда сюда. Ах. Давай посмотрим. Ну, по крайней мере, этих прыгунов в округе не видно. Есть там зомбаки какие-то. Сука, они на шум отреагировали или меня увидели? Вот что интересно. Так, найдите Рахима на эстакаде. Так, это, по-моему, сюжетка, да? Рахима надо найти. Сюжетка. Вот мы сейчас... Ай, блин, время много. Спать пора. 24 000. О, у меня есть силы, очко.
Так, это что такое? Станьте экспертом боя. Вы получаете еще больше выносливости и доступ к набору добиваний. Так, а это вот что такое? Мгновенно убивайте оглушенных врагов. Нажмите U, стоя перед оглушенным врагом, чтобы убить его. Так. Ваше тело становится крепче, может выдержать еще больше урон. Подкрадывайтесь к вашим врагам сзади и бесшумно убивайте их. Вот это мне стелс. Ну, придется эту херню разблокировать, да? Так, нормально. Еще подожди, посмотрим, куда этот груз сбросят. Угу, где-то там. Сколько до него? Ну, не так-то и далеко, в принципе, но... То, что сейчас просто ночь. И нихера не видно, да? Я так понимаю, мне просто надо... Или, подожди, здесь безопасная зона есть. Это же деревня вроде. Здесь, блядь, эти... Вон гамадрилы эти ходят. Карту давай глянем. Что там? А, ну... Безопасная зона, она как раз вон там, вон. Так, ну-ка, могу я туда... Могу. Отлично, могу. А туда я могу? Могу, конечно, но почему-то ты... Херовенько как-то могу. Херовенько могу. Так, подожди, а там, блядь, есть проход где-то? Где-то же должен же подъем тут быть. Я же это... Ну да. Даже не только подъем. Блядь, нихуя я нарвался. Да что ты в рот тебе, блядь, ноги? Съебываемся. Чё ты не цепляешься-то? Кошка какая-то, куда-то странно это прям цепляет. Да мне тут либо уже до безопасной зоны топить, либо... А хули мне с этим придурком-то на мосту встречаться? Да ты, блядь! Слушай, ну ты реально, чё ты меня под это, подрачиваешь-то так? Кошка вроде это... Отцепляться не хочет. Так, а вон этот еще бегун, который там этот. Ага. Все заебумба, да? Смотри-ка. А, это что это? Это кто ли? Так, обощи. Мародер. Сколько у вас тут, блядь? А вон и этот, тут мародер стоит, а вон этот, блядь. Он там наверху сидит. Ч, они его не видят, что ли? Или он их не видит? Блять. Ну ладно, я хоть этого мудака ткани собрал. А я что-то думал, я убил, надо было фонарь включить. Думал, убил.
Пиздец ты, конечно, лоханулся. О, тут до груза бежать и бежать, но мне это нахер не надо, мне поспать надо. Я не собираюсь ночью бегать. Отлично. Отлично. Так, тайник Османа. Первый. Вопрос у меня. Так, сколько у меня этих ЧС-а? 4 набора ЧС-а. Мне нужно 30 тысяч примерно с лишним набрать очков. Задания у меня есть какие нужно сдать? Так, бинокль. Этот есть. Динамит. Полночная. А, слушай, у меня есть 3 задания. Вот, я тут газовый баллон еще не нашел, да, еще один. Но у меня есть украсть украденное. Украсть украденное. Здесь, по сути, рядом, да? Давай мы сперва. Давай сперва. К Джафару сбегаем. Ты что, еще выжила, что ли? Че тормозишь? Давай быстрее. Еще один бежит. На. Все. Хотели. Что думали, так все просто будет? Но так, аптечки пока есть, аптечки пока есть. Тут осталось маленько добежать. А, да, точно, точно. Люди Раисы и правда кое-что нашли. Что-то стоящее? Динамит что-то стоит? Да, он на вес золота, мы за него такое сделаем. Курт спец в этих делах. Ладно, одна связка тебе, остальное мне. Курт разберется, куда его пристроить. Еще 5000. Он бил точ. Типа, пошел ты нахер, он мне сказал. А, награду, крит, забери. 1000 баксов, ну ладно, 1000 так 1000, чё. Так, братья и сестры, теперь полночная невеста, это... Так, бинокль, это куда надо топить? К этим, да? И, по-моему, полночная невеста, это тоже здесь же. Ну да, в принципе, туда... Туда надо и чесать. Ну, туда, значит, мы и побежим. Эти, а ну тут активных больше нету, которые со мной хотят поговорить. Да ёпарасть, что ты меня поджидал, что ли, или что? Как-то прям получается не очень. Блин, колючка тут. О. Давай. Тарам-пам-пам. Парам-пам-пам. Тара-па-пам. Оп. Обманул. Оба. Кошка вообще штука отличная. Оп.
Так. Так, здесь где-то зона безопасная должна быть, да? А это здесь? А я что, до сих пор тебя там это? Безопасная зона, я тебя там не это? Не очистил. Почему-то там до сих пор небезопасно, это интересно. Вот еще. Ты еще и усатый, оказывается. Так, где еще тут ходят? Извини, что не в голову с первого раза. Так, подожди, тут, по-моему, еще. Я слышал звуки чьи-то там. Этот где-то. А, ты за забором. Нельзя так пугать. Ты чё? Тебя чё, не учили в детстве, что пугать нехорошо? Что, все это теперь безопасная зона стала? А, нет, это, наверное, безопасная зона, это, наверное, вон там, да? Так, что я тут стрел потерял маленько? Или нет? Квалда мне это не нужна. Да, вроде стрел чутка потерял. А чё ты мне вот типа показываешь сюда наверх залезти? Что там наверху-то? Что здесь наверху, я не понимаю. Тут бинокль был, да? А вот здесь. Ну да, тут типа... Типа здесь зона безопасная, и чё? Но... То есть мне надо еще выше залезти? Еще пиздануться, да, не хватало? Куда ты меня вообще... Куда? А зачем ты упал? Ты нахера упал? Ты долбоёб, что ли? Ой, блядь. Чё, я опять возле этого мудака, ёптать? Или поближе оказался?
Ну не, вот это. Да пошли вы нахер. Чё за дебилизм-то, блядь? Чё за паркурщик-то, дурац? Взял нахера-то, блядь, спрыгнул. Долбоёб, блядь. Долбоебизм какой-то. Чё за бред-то, блядь? Ага. Иди ты нахер, блядь, хилп. Хилп, блядь, всем вам. Тут паркурщик какой-то рукожопый, блядь. Я только оттуда пришел. Нормально. Так, а я сюда зачем вообще ушел-то, да? Типа к рыбакам прорваться. Ну, к рыбакам там. По воде сейчас придется плыть. Хер с вами. Поплывем по воде, блядь. Не хочу я там опять карабкаться вверх. Заебал ли меня эти, блядь. Тёлка. Утопла. Утопла деваха. Вход в безопасную зону. А, нет, тут, в принципе, недалеко, да, остальное. Остальное все добежать, можно пробежать. Вроде. Кошка в безопасной зоне не работает. Так что. Бегом. Так. Наверх. Кружок дали вокруг здания, и нормально. На. Опять ты. Скажи Раиса, чтоб отвалил. Эй, что это? Ты принес траву? Да, траву. О, это то, что нужно. Больше не надо гоняться за едой. Не могу представить, как это ты. Ну вот, держи награду. Думаю, ты заслужил ее. Мне просто интересно, а чё я бы это... То есть я бы днем не смог ее, что ли, найти, или чё? О, ты нашел бинокль, отлично. Он нам точно пригодится. Вот твоя награда, не густо, да? Еще могу показать фокус со стеклянным глазом, если хочешь. Как знаешь. Награда. Награда. А что там так долго? Это груз-то не отбирают они. Так, идите, тюрьма. А, это тюрьма. А, груз на мосту, что ли, упал. Теперь тайник Османа и... так, задание, какие еще? Газовые запасы, блудный сын. Но это я еще не собрал газ. Так, подожди, а может мне в башню надо? А мне уже сдавать особо-то нечего. Навыки. 24 тысячи с четырьмя этими, интересно. Груз подобрали. То есть можно ли будет набрать 24 тысячи? Четырьмя этими. Или нет? Вот в чем вопрос. Если можно, то... То тогда нормально. Просто сейчас к этому
Рахима там на этой эстакаде. Ух ты. Чё, попытка номер два, да? Попытка номер два. Раз ты уж... Прям красота, какой вид-то прям обалденный. Охрененный просто вид. Просто охрененный вид. Еще выше залезть надо. Что мне уже страшно, сука. И чё здесь? Во-первых, чё я сюда лез? Все? Безопасная зона разблокирована. Так, сколько? 1000 дали, да? 37, 23 осталось 1000 набрать. Так, башня. Башня в этой стороне. Вот это туда. Тросы куда идут здесь? А где тросы-то? А, тут просто вниз. А, вниз и сюда, да? Отсюда только сюда, что ли? Беспонтовенько. Похоже, придется бежать на мост. О, так, а там же это тупик, там тупик. А вот так можно? Слушай, можно. Чё нельзя-то, да, когда можно? Чё нельзя-то, когда можно? А если можно, то тогда чё нельзя? Давай. Это пособрали. И чё? Так, сколько тут? 220 метров и куда-то вот сюда надо. Ну, по скалам же я не залезу. Там даже кошка не цепляется. А мне не надо по скалам, здесь подъем есть. Здесь есть подъем. А, подожди, вот они, эти мудаки-то, которые меня шмальнули в прошлый раз. Да?
все нахер. Одного мудака я прикончил. Ты, надеюсь, не все мои патроны потратил? А чё, здесь только один, что ли, с автоматом был? Чё, ребята? Чё такие несмелые-то? Чё ты там показываешь? Мудила. Так, давай перезарядимся. Что у вас тут? Ничего. Ебать, а что вы охраняли-то тут? Или кого вы тут охраняли? Так, а чё мне тут? Ну, мне, по сути, до башни-то тут недалеко осталось добежать. До башни-то тут рядом. Ну, тут как всегда, то есть захочешь там сейчас кому-то помочь, там... это и никого нету-то, как назло. Крен, это Джафар. Что динамита, что ты притащил? Есть смысл кое-что доработать. Зайди, как будет минутка. Хорошо. Теория большого взрыва. Опять взрыв. Так, проверьте последнюю точку, где Рахим выходил на контакт. И где он выходил на контакт? Я в душе не чаю. Где он там на контакт выходил? Так, тут где-то барыга, да? Где ты тут, ёптать? Подожди, и как мне к тебе надо попасть? В окно залезть, что ли, блядь? А, ну тут у него дверь открывалась, оказывается. Ну мы же легких путей не ищем, да? Мы это, обушли. Давай. Ох ты, великолепный лом есть у него, да? Оранжевый, который стоит... 177 урона наносит, который мне не нужен. Так, снайперская винтовка 184, а военная винтовка 137. Так, это мы продаем, продаем, продаем. Ага. Так, этот овощной нож продаем. Снайперку-то я не буду продавать.
А больше продать тебе нечего, да? Электроника ограниченная по предложению. Время по предложению. Ты покупаешь или что ты? Купить. А, это продать можно дорого электронику, да, ему? Сколько у меня электроники есть? Задира, чемпион. Электроника. Две штуки всего. Несерьезно. Несерьезно. Так, давай мы, короче, все-таки домашних добежим. Все, что ли? Шума-то больше. Шума-то сколько было? Шума-то сколько было? Ох ты, что ты сделал-то? Сколько было шума? Все. Фу, так, что-то здесь, издать кому-то, наверное, надо у меня, мне, или взять надо у кого-то, что-то будет, не знаю, что ты мне тут все показываешь, опять с кем-то тут побазарить надо, это с кем, или с той стороны, что у тебя тут, патроны есть, патроны, нету патронов. Нету патронов, иди нахрен. Так, ты... Знаешь парнишку по имени Кристоф? Ты его здесь видел? Мистер Горячая Голова? Да, я его знаю. Но без понятия, где он сейчас. Может, вызвался на какое-то самоубийственное задание. А, это типа мне... Сейчас с Кристова поискать надо будет поговорить. Ты случайно не знаешь, где Кристоф? Кристоф? Который новый разведчик? Эй, руководит всеми разведчиками. Спроси у него. Он на 19 этаже. Кристоф. Сколько? 22 тысячи. Клащи, господи. И чё, сколько мне не хватило-то? В рот макароны. 600 очей не хватило. 600 очей не хватило. Так, у тебя чё есть? Газовый запас. У Арфа один газ на уме, но в самом деле он незаменим. Правда, всякие люди... А, сейчас я за газ получу. Даже такие, как он. Не лучший представитель человеческого, он велел передать тебе это. Поджарь их заживо. Очко апнули? Апнули, отлично. Все, теперь можно этого мудака идти там. Так, это что такое? Научитесь использовать чертежи эффективнее, чтобы наносить больше критических ударов. А при чем тут чертежи эффективнее, чтобы наносить больше критических ударов? Логика, пипец, блять. А, или может это при крафте, то есть будет Кристоф. Проверь последнюю точку, где был Рахим. Погнали. Погнали проверять последнюю точку, где был Рахим. Все. 215 метров до тудова. Аптечек. Так, мне надо аптечек сделать. Чертежи. Аптечка. Раз. Два. Три. Четыре. 10 штук сделаем. Окей, адский зверь. Ох ты, я могу адского зверя сделать. Разминулись. Бывает, что поделаешь. Как это? Блять, беготня уже это. Так, это... А, это безопасная зона.
83 метра. 72 метра. Вот черт, дело плохо. Чё такое? Живых, что ли, нету? Ну? Ну? А-та-та. А-та-та. Ну? Ну? Чё, блядь? Мне к тебе подходить, что ли? Сволочь. Так, обыщите тела. А, типа, сейчас надо. Рахим, где же ты есть? Брекен, это я нашел тело Омара на эстакаде, никаких следов Рахима. Черт, как думаешь, куда он пошел? Я сказал ему спрятаться в депо. Найди его. Слышишь, этот мелкий засранец должен выжить. Чтоб ты ему жопу распинал, да? Я помню, ты ж ему сказал там, типа. Я ж ему там жопу распинаю, теперь, конечно. Он выжить должен. Ну-ка, что тут еще есть? Уже все. Нихера, да, тут? Одноразовая акция была. Одноразовая акция. Так, а сколько тут? И чё? Тут не пройти, да? Цветочки, грибочки. Так, поищите Рахима. Ищите Рахима. Так, ну тут не забраться. Значит, сюда. По крыше где-то здесь был этот. То ли провал, то ли окно какое-то. Куда? Ты где там? Отлично. А чё ты туда-то? Я здесь. Эх, чё-то бежал такой. На эстакаде были только трупы. Похоже, Рахиму удалось бежать. Я велел ему найти укрытие в депо. Есть надежда, что он выжил. Давай, Рахим, только живи. А я не понял, чё они вообще на эстакаду-то сунулись? Чё, блядь, негде было больше пройти, как по эстакаде? А? Опытный херов паркурщик. Надо мной что-то там... Давайте, идите отсюда, долбаные твари, я заберу вас всех с собой в могилу. Да, конечно. Заберешь ты, как же. Эй, нельзя подкрадываться. Тебе разве не говорили в детстве? Тебя мама, что ли, не учила, как себя вести с незнакомыми людьми? Подкрадываешься, сволочь. Ну чё? Судя по его голосу бодрому, с ним все в порядке.
Надеюсь, еще одна стрела. Я ж в тебя две пустил. Сволочь, я стрелы за... А вот она. Куда тебе в ногу воткнулась? Рахим. Крен, я думал, что умру и запустил бомбу. Они взорвутся меньше, чем через 5 минут. Черт, у тебя кровь. Ну, о, я проранился. Ерунда. Бога ради, возьми бомбы. Не двигайся, ясно, я вернусь за тобой. И чё? И куда? А? Куда бежать-то, блядь? Алло! Куда бежать-то? Как? Где? Где вы? А, вот. Ты чё, ебанулся, блядь? Пиздец, блядь. Ебануться, ноги гнутся. Дурак сука, малолетка ебанутая, блядь. Существо. Бомбу установить надо теперь, давай. Установите бомбы в гнезде прыгунов. Так, я вылез. Видишь здоровенную дрянную трубу справа, иди на нее. Ты ебанутый, что ли? Да завали ты, блядь, по-русски можешь? Куда? Сюда? Сука, я просто, ребята, уже как-то помню, проходил здесь, поэтому я кое-что помню. Что куда бежать, ну, блядь, я помню смутно. Я помню смутно куда, поэтому тупить буду тоже. Просто я проходил, помню, когда это раз 10 там бежал. Давай. Бежал там с десяток раз примерно. Так, и чё? И чё? Здесь не сюда. Или сюда не здесь, да? Здесь не сюда, или сюда не здесь. Сука, куда? Куда, блядь? Куда? Ну, тут выхода-то нету. Похоже, что сюда, ну. Блядь, минута 20 осталось. Да пошел ты нахер, кобыла. Да, блядь. Где, ёбаный ты в рот? Чё он там сказал-то? Куда? Сука, малолетка ебанутая. На чем ты таймер запустил, полудурок ты, блядь? Не, ну это стопудово сюда надо было. Только вот здесь потом куда? Тут лестница тупиковая какая-то. Я чё-то ничего понять не могу. Здесь наверх негде. Здесь тоже шляпа. Тут только лестница получается вот здесь, да? Тут не запрыгнуть. Сюда, хер пойми, куда. Может, я гоню? Не, ну тут... Точно ты гонишь. Вот же, блядь. Охренеть ты, слепень. Ну, а хули тут? Блядь. Так, опять. Сюда. Твою ж дивизию. Все. Задание провалено. Загрузить последнее сохранение. И откуда вы это я? Конечно, вот тут как-то странно, то есть получается вода, она вроде как на спуск идет, да? И почему она дальше не текет? Ну... Okay, I'm back on the surface. Я вылез. Right.
Так, а здесь надо где-то... А, здесь бомбу надо прикрепить. Я не понял, и чё, и как? Ну, как крепить-то в рот тебя, блядь? Ну вот ты мигаешь, и чё делать-то? Где бомба-то сама? Выбрать её надо или чё? Нихуя не понял. Чё за дебилизм-то, блядь? Осталось, ну. Блядь. Подожди, что за бред-то? Ну, вот, ну. Как тебя прикрепить-то, ёптать? Я хуй его знает. Слушайте, ну я реально это... Туплю. Опа, так. Я, блядь, не понимаю. А чё ты мне ниже-то? А, подожди, я, может быть, сильно высоко забрался с это. То есть сперва надо было ниже где-то прикрепить. Наверное, сперва надо было ниже прикрепить сперва, да? Фух. А какая разница, выше, ниже, то есть разница, вот очередность что ли принципиально, то есть в какой очередности что ли прикрепить или что, это крайне важно, что сперва снизу, потом сверху она должна встать. То есть я же там в конце концов-то и вернуться ж могу там, да? Видишь взрывную гранату, будь справа, иди за ней. Иду, да. А, как зайдешь? Поднимись по скату, когда свыше бомбу нужно прикрепить. Бомбу нужно прикрепить. Так, ну поднялся по скату. Пока что еще на это. А, вот, подожди, стоп. Одну крепанул. Все, первую зацепил. Поднимись еще на этаж выше. Окей. Все. Сделан. И что дальше? Рахим сделал. Отлично. Теперь сливай. Все, что ли? Мне просто нужно убежать теперь. И это все? Что-то мне просто помнится, что там надо было... Что-то, по-моему... На трех этажах. Вроде как. Давай посмотрим. Твой план сработал, Рахим, слышишь? Черт. Твой план сработал, Рахим, слышишь? То есть это все можно было бы сделать за один заход. То есть если бы ты... Просто это, и читать одновременно надо, и, блядь, и бежать, умудряться. Еще тайминг этот. А так-то времени там прям предостаточно. А... Че, пойдем? Вызвали Рахима. Рахим, это я, получилось.
Тебе надо было это видеть. Она взорвалась к чертям. Черт! Нет, нет, Рахим, стой! Это я, дружище, Крей. Господи, Рахим, стой! Сверни ему шею. Этот гребаный укус. Ты малолетний кусок идиота. Боже, Джейд. Все. Крей, как слышно? Ну что у тебя? Рахим погиб. Черт, возвращайся. Не говори, Джейд, пока не на... пока не надо. Пипец, блядь. Ну да. Рахим умер. Я поверить не могу, что теперь делать. Я не скажу Джейд. И Джейд об этом не узнает. А, теория большого взрыва. Чё там? Теория большого взрыва. Теория большого взрыва. Идите к Джафару. Сколько? 248. Ну давай сходим. Не, ну это в игре так, видишь, сделано, что он погиб, да? А это этот тут дурика сопроводить надо. Чё, тут ничего не поделаешь, то есть это фильм снят, игра создана, там все, персонаж погиб. Хули тут делать? Ох, поскорее бы вторая часть вышла. Ой, ебать, с работы б не уволили, как... когда проходить буду. Знать бы точно, когда отпуск взял бы, да чтоб позалипать в нее можно было. Так, надо к этому, к Джафару. Рад, что ты пришел. Сходи к Курту, он все объяснит. Сука, сразу нельзя было к Курту. Иди к Джафару, а ты иди к Курту. Крейн, я хочу собрать из твоего динамита противопехотную бомбу. Она разнесет мутантов в клочья. Круто. Я объединю динамит с взрывпакетами и зарядом шрапнели. Но мне нужно еще кое-что. В первую очередь подходящий корпус. Аккумулятор, да, нужен? Сегодня бы аккумулятор от грузовика. На эстакаде как раз грузовик стоит. Ну, вернее, свисает с края. Но ты же парень тренированный. Справишься? Да базара нет, хули. Сейчас залезу на грузовик, выдерну аккумулятор. Чё, 50 метров до него. Чё? Во. Говно вопрос вообще. Кто, если не я, да? Ой, а вас что вот так много-то? Все, аккумулятор я забрал. Всех вас наебал. Все. Чё ты? Чё ты тут, блядь? Свинота. Фургон портишь. На тебе. Держи аккумулятор. Итак, у нас есть корпус, мне еще нужны мелкие железяки со свалкой для шрапнели. Ты сразу не мог сказать, мудила? Кроме того, понадобится сахар и кабель. Пошарь по магазинам и складам. Принеси мне все это и получишь бомбу, которая сможет уложить сотню мутантов. Понял? Так, металлические детали. Есть. Домашние припасы. Есть, силовой кабель есть. Все, сойдет. Отлично, у нас есть все, что надо. Дай мне немножко времени, и бомба будет готова. Подождите, пока Курт не закончит бомбу. И сколько ждать-то, ёптать?
Так, а здесь что? Джафар, по-моему, что-то хочет сказать. Что у тебя? Кто-то, видимо, включил антенну. Мы получаем сигналы со всего города. Один от группы Хэнсона. Хэнсон отвечал за безопасность башни, но решил, что она слишком уязвима. Он хочет пробраться в новое место. Брекину это понятно, не понравилось. Тогда он еще несколько человек ушли сами. Мы больше про них не слышали до сегодняшнего дня. Вот, послушай сам. Вызывает шериф из группы Хэнсона. У нас несчастный случай, нужна помощь. Я не знаю, кто нас слушает, поэтому о деталях умолчу. Пожалуйста, поторопитесь. Потом запись повторяется. Брейкин знает? Да, сказал, что пока не узнает, в чем дело, не будет рисковать паркурщиком. Я сам выберусь и объясню обстановку, выясню. Было бы здорово, Хэнсон свое дело знал. Не представляю, что у него могло там пойти не так. Полная безопасность. Так, найдите. Я что-то это. Опять по этим. По допкам надо это. Основные поделать. Тут только допки получаются, делаешь. Крейн, это Курт, бомба готова, возвращайся. Супер. Пошел ты нахер. С Брекеном о смерти Рахима. Давай поговорим. Что такое? Эй, видишь из того дома? Да, вижу, задолбал. Иди нахер. Каждый раз ты мне. Надо добежать до этого дома с красным дымом. Брекен. Как он умер? Я убил его. Я опоздал. Он обратился. Клянусь, у меня не было выбора. Слушай, он был моим другом. Лучшим другом. Брекен, я знаю. Он меня до белого коленя доводил, но я любил его как сына. Мой друг умер. Мой брат умер. Я ему поверил, я доверил ему взрывчатку. Если бы я не оставил его там, возможно, он был бы жив. О, нет. Джейд. Джейд, стой. Черт возьми. Дай время. Ей надо смириться. Зеры, черт. Брекен, спускайся. Не дай им схватить Зера. Аллилуйя. Погнали. Так, где моя винтовка? Кто тут, сука, быкует? Ну? Чё, ну вылазь, кто смелый. Где? На нахер. Кто еще тут смелый? Ты? Что, еще есть смелые? Есть еще двое.
Так, все. И одна пуля осталась. А, нет, а одна осталась, а этих двое там, да? Время вечер. Что? Найдите доктора Зера. Че, его украли? Найдешь тут как же. Та-та-та. А че, эти неактивные? А? Че я? Ящики эти открыть не могу. Ну ладно, не могу так не могу. Подожди, а где? Я же тут этих поубивал уродов. Я с них что, все собрал? А вот. Коса. Ну ладно. Малик, там никого нет, они забрали зеры и укатили. А, ну это теперь небезопасная зона, я здесь могу этими махать. Черт, зеры похитили, трейлер горит. Проклятие, вот что происходит, если тронуть Раиса. Не стоило лезть в ту школу. Почему не стоило? Наши ребята заперли толпу бандитов. Ты пойдешь туда, найдешь его и вернешься даже живым. Слышишь? Конечно, блядь. 15 тысяч. Да знаю я, чем там сейчас все закончится. Мне сейчас надо апнуть тогда уровень, чтобы очки все эти не потерять. Ой, ты ж в рот. Компот. Так, мне, во-первых, сперва надо в башню загаситься. Как этому. Как сыкливому какому-нибудь трусу. Фу. Сперва я... Так, а что здесь, задание какое-то? Бинты, лекарства. Найдите бинты, лекарства для Тойги. Давай возьмем. А, подняты бинты, лекарства. Марля есть. А лекарства тебе какие нужны? Что у тебя с глазами? Не, вроде зрачки есть. Так, бинты, лекарства. Найдите бинты. Шприц и три обезболивающих надо. Ну, это уже потом. Давай, яма. А сейчас, подожди, я же поспать где-то здесь внизу могу. Так, ты чё, у тебя тут что-нибудь есть? Ни хрена у тебя тут нету. Доска с заданиями. Я же поспать и внизу где-то тут могу. Привал тут есть. Да? Вот здесь. Очки выживания 3400 добавит. Чертеж, отравленный дротик. А, нет? Давай мы... Breaking Crane. Чё там? Пора возвращаться. Чё ты сказал? А, так, коса продали. Полицейская винтовка продали. Так, 166. Простой клевец продали. Так, давай-ка, подожди, где-то упал груз. Как далеко, сейчас посмотрим.
сперва. Как далеко упал груз? Да не так-то и далеко, да, получается? 170 метров. Но 170 метров ночью. Днем-то это было б херня. 100 метров осталось. Ты идешь к штабу Раиса, я надеюсь. Завали ты, ебальник. Ух ты. Вот это я пришел. Вот это здрасте. Нахер ты сюда сунулся, ёбаный дурак. Блять, все, сейчас пизды получишь. Ну, может, еще, конечно, и не получишь. Да тут рядышком, 170 метров, блядь, сбегал, ага. Полудурок ты, блядь. Тут хуйня, добежать-то, ага. Добежал, там, блядь, зомби 150 тысяч штук, блядь, стоит. И еще 500. Спиди нахрен, дуралей, ебаная. Пошел нахер тоже, там улифтует. Сейчас тебе будет, улифтует. А, все, спим. Спим, спим, спим. Все, а теперь... Дитя черти носят, ты вообще ищешь Зеры? Слышь, что ты орешь? Я сам знаю, когда мне кого искать. 24 тысячи, 20... А, даже какой 24? 29 тысяч надо набрать еще очков. 29 тысяч. Потому что я не хочу. Теория большого взрыва. Давай вот мы к Курту вернемся. Так, тут сейчас спасем кого-то. Да, я здесь. А чё там, где? Давай. Слышь. Руки прочь. Тут нету возле тебя никого. Иди нахер. Хотел ты еще этих заработать. И... Только эта херня сорвалась. А чё здесь-то за сигнализация сработала? Чё там случилось? Не, просто сейчас в яму лезть надо очки добить, уровень апнуть, выживаемость еще один, и лезть тогда в яму, потому что, ну, это не дело. Просто взять там все сейчас в яме и просрать. Бомба готова. Пока что опытный образец. Он на столе, готов к испытаниям. Неподалеку есть забаррикадированный туннель. Днем в нем кишат прыгуны, но ночью все должно быть чисто. Лучшего места для испытания бомбы не придумаешь. Я осмотрю туннель и сообщу, что там и как.
Да, и еще помню о взрывпакете. Бомба взорвется, как только они закончат искриться. К этому времени тебе надо убраться из туннеля. Удачи. Спасибо. Так, бомба. Бомба Курта. Теория большого. Ночью заложите бомбу в тоннель. Опять ночью. Так, сколько ты? 4500. Полная безопасность. Сколько? 349 метров. До тудова. Ну. Эй, вы что из-под тишка-то бьете? Так нечестно. Я не был готов к тому, что вы на меня нападете из-под тишка. Еще. Так. Ну чё ты, давай. Где? А, вот где-то здесь. Так, далеко. Вот он, нормально. Ну чё, есть опять эта херня. Я думал, там, может, патроны какие-то там. Хер-то там. Хер-то там ночевал, а не патроны. Я у здания снаружи, все под током. Узнаю почерк Хансона, что он придумал электрические ловушки. Умел он такие штуки делать. И что дальше? Отключите генератор. Мне придется отключить генератор. Ну хорошо. А где ты? Здесь генератор. Так, один я отключил. Ой. Ну нельзя же так. Я ж не знал, что вы здесь. Подкрадываетесь, такие сволочи. Чё там еще? Бычара где-то? А, вот он, бычара. Ну, сорян, чувак. Сорян.
что это было? Так, бойцы Раиса, да? Сколько у вас там? Я нашел Ханс, по-моему, он упал со здания, а Кусаки его прикончили. Если что узнаю, дам тебе знать. Так. Так, и что надо? Осмотрите окрестности. Осмотрите окрестности. Окрестности осмотреть, да? Это где-то... Куда-то вон туда надо тогда сходить. Промазал, блядь. И что здесь? Что здесь? Осматривать. Так, что-то кто-то здесь базарит. Ага. Все мертвы. Эх. Так, где самолет? Где сбросил груз? Он падает. Да недалеко, в принципе, но просто потом возвращаться опять сюда. Так, где-то радио, значит, должно говорить. I need to help. Может, где-то здесь сверху? А что тут? Лестница же есть. Так, записка и отключаем. Записка и отключили. Диктофон. Шерифа. Это шериф, у нас нет другого выхода. 2 недели назад Хэнсон упал с лесов сразу после того, как включил систему защиты. Но теперь все здания под токами, нам некуда деваться. На зов о помощи никто не откликнулся, все наши запасы закончились. Осталось только цианид, предусмотрительно захваченный Хэнсоном. Выбор у нас был невелик, и мы единогласно решились на это. Был еще вариант стать каннибалами, но тогда мы сами стали бы как зомби, только чуть умнее. Лучше уж так. Да и то сказать, не больше того, мы умны, если позволили Хэнсону нас сюда завести. Спасибо, что нашел нас, незнакомец. Прости за беспорядок, Шефер Хасан.
Да? Джафар, нашел остальных, они мертвы, покончили с собой. Почему? Что вообще случилось? Хэнсон включил систему защиты, а потом разбился насмерть. Они остались на крыше, отрезанными друг от друга. У нас кончилась вся вода, и тогда они выбрали смерть. Они не могли спуститься в здание. Похоже, ключ был только у Хэнсона, он больше никому не доверял. Да, Хэнсон не верил никому. Жаль, что они поверили ему. Спасибо, что все выяснил, Крайн. Конец связи. 7500 добавили. Отлично. Груз отобрали. Вот черт. А я только к грузу пошел. Так, ну яму я, наверное, сегодня точно уже проходить не буду. Сейчас я добью уровень. Так, а что там? Что здесь такое? А, это тайник этого. Дверь закрой. Сука, в тайнике. Еще и взломать сундуки приходится. Угу. Так, мне надо еще эти же аптечки, шприцы и там еще что-то обезболивающее нужны еще мне. Здесь нету аптечки? Нету. А жаль, что нету аптечки. Я бы ей воспользовался. Так, задание, бинты, лекарства. А по одной штуке осталось найти и того, и того. Здесь что такое? Выход куда-то. А вот куда? А, это на эту, на парковку, да? Не помню, по-моему, тут... Ха, прикольно получилось. Ебать.
Так, и чё? Ну, тоже вот так вот бегать бесцельно сейчас. А, не, мне же лекарство надо найти. Давай поищем, ну. Лекарства, по-моему, все должны в этой стороне быть. Боец России надо. Боец Раиса. Да они уже с этими, с пушками стали ходить. Уроды эти. Так, летит самолет, слышу, по-моему. Нет, это кондёр трещит. Показалось. 5500 просрал. Пиздец. О, ну, чтоб ты, сука, в яму пошел. Долбоеб, блядь. Пипец просто. Что надо таким полудурком быть, блядь. Оставалось-то маленько совсем. Нафармить. Так, ну ладно, мне похеру, мне все равно надо аптечки собирать. Обезболивающие надо, аптечки надо. А, ну, шприц. Шприц надо и аптечку. Так, у меня это скоро сломается оружка. Скоро оружка сломается. Быстро тебя я убил. С
Статуэтки, статуэтки, статуэтки. Лаваш. Что надо это уже? Тебя надо. Так. Ломать. Охотничий нож. Сюда ставим. Давай. Улучшить. Улучшить. Нет. Так, собрать. Мощная подача. Прыжок. Прыжок тигра Дао. То есть я что, могу из ножа собрать, что ли? А, прыжок тигра Дао. Так, а там у меня что? Клинок. Давай. А, 281. Ну, хрен с тобой, пусть будет 281. Простой клевец. Разобрать. Это. Разобрать. 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 Все, разобрали. Так, мне просто интересно, что там за грохот стоит. И где мне найти аптеку? Вот что меня интересует. А, это ты. Ты человек. А то я чуть тебя не зарезал. 2750. Так, а тут... Безопасная зона, может быть, да? Только ее надо очистить. Нормально. Пополам разрубила. Обал. Вообще прикольно. Все. Так, еще 1000 заработал, да? Все, зона безопасная есть. Еще одна. Теперь. Блин, мне кажется, или самолет летел. Значит, кажется. Значит, кажется. Блин. А где аптека-то хоть? Так, где аптека? Сали, распродажа. Сейл, сали, сейл. Сейл. Бар. В баре аптечки нет. Здесь аптечки нет. Ну где-то же я тут эту видел. Аптека прям была. И тут тоже ничего нет. Фреш. Блин, я думал, тебя это с одного удара сейчас башку отрубит, а кажется, нет. Не отрубила. Ну ладно.
Вон аптеку нашел. Все. Шприц. Обезболивающее. Так, все нашел. Все, что нужно было, нашел. Хорошо. Пахлава. Так, пахлава. Но этого мало, мне надо еще. Стойкий какой. Оловянный солдатик. Не, ну расчлененка тут прям забавно вообще происходит. Фух, пополам руки. То есть нормальная эта физика расчлененки. Оп. Что такое? Так. Так. Сгорайте. И ты давай сгорай. Сгорели. Ага. Так, что тут? Надо дофармить уже эти уровни. Так, а здесь тоннель этот. Беспонтовый тоннель. Так, коктейль Молотова. Раз. Два. С десяток сделаем. Коктейль Молотова. Так, а почему? Что случилось? Короче, все, нахер. Пиздука, я не понял, что меня убило-то? То есть... ХП было половина, 50. Не, это хуйня полная какая-то. 36, блядь. А, подожди. Стоп. Вот это тогда я не упущу. Я столько ждал тебя, чтобы ты меня тут выпала. И ты выпала. Хер-то там, я сейчас вам груз-то отдам, да?
Давай, 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 давай. Просто десятку просрал. Ты просто просрал десятку. 11 тысяч. Что-то видос, походу, уже долгий получился, да? Но мне бы еще два комплекта поднять. И было бы нормально. Трудный взлом. Храмовник. Давай, надо дофармить очки. Маленько осталось. Но давай. Так, уровень силы апнули. Все. Теперь надо... уровень ловкости апнуть. Ага. Это уже... совсем другая история. А вон ты где.
Сколько ловкости осталось? Не так-то и много, конечно. Да-да, тебя убили. Все, мы это знаем. Я это сделал. Фу, я это сделал. $12,000. Люди любят, ты, по крайней мере, кто-то в них нуждается. Остальные, в общем-то, плевать. Вот мой сосед напротив отстрелил палец. Кстати, я нигде не видел стрелянный палец. Когда он пыльнул палец, выбросил его в окно. Найду, принесу. Похож на маленькую сардельку с дыркой от пули. Нет? Ну смотри, если что. Ночью заложите бомбу в тоннель. Конечно. 11 тысяч осталось набрать этих. Я пока 11 тысяч, я пока не апну этот уровень, я... к яму в Зере не полезу. Это мертвое дело. Давай мы посмотрим, что мы тут можем. Что такое позволяет мгновенно освободиться от захвата Кусаки. Давай. Хороший навык. Так, здесь что такое? Подкравшись к вашим врагам сзади. Ага. Окей, чудесно. Все. Так, ну все, я предлагаю тогда на этом сегодня закончить. Сейчас, подожди, посмотрим, что у этого есть, ничего нету. На этом предлагаю закончить, продолжить уже в другой серии. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, всем до новых встреч.